Здравия желаю, уважаемые зрители. Я уже показывал этот ВДК-союз, но опять пишут, покажи, как это устроено. Показываю еще раз. Итак, мотор, вот этот, 225 ватт, это мотор для движения. То есть мотор-двигатель. Так, дальше. Ось. Вот здесь надо на сварку, пока временно для опыта. Тут так соединено на резине. Видите, ось. Соединенные два скивами. Соединенные два. Далее, вот этот мотор 585 ватт. Он работает как генератор. От него, значит, идет выход, вот, от щеток. Одна щетка, вторая, выход, сила. И возбуждение, вот два провода, возбуждение катушек. На возбуждение катушек тратится примерно 10-15 ватт. Но так как у меня, как я показывал, батарейка заряжается медленно, но бесплатно, вот, то я ничего не трачу на возбуждение. Так как у меня там сила до 17 ватт, а в этом можно достичь до 500, до 600 ватт мощности. Так, но это показал. И выход. Для показа использую вот 6 лампочек 100 ваттных. Вот они. 100 ватт на раз, 2, 3, 4, 5, 6. Калиброванные. Вот такая схема. Ну теперь запустим еще раз. Я вчера запускал. Запустим, закроем, чтобы не шумело. Сделаем запуск. Запуск осуществляется через реле Амрон. Для чего? Чтобы разделить ток. Это я туда объяснял. Для того, чтобы систему запустить, я тоже объяснял, надо две большие тяговые аккумуляторы. Как можно на большую мощность там. На 200 ампер, на 500 ампер, на 1000 ампер. Ну, чем больше, тем лучше. То есть один поставит сюда на вход. Вот сюда. Вместо этого. И вот инвертор. Тоже объяснял. Вот инвертор. Белый. Вот этот. Подключить к нему. И будет работать. Так как здесь выход больше, значит, он и так, но так как разделения энергии не было, вот, все это показывалось на счетчике. Сейчас благодаря реле Амрон разделение энергии вот сделали. Разделяем энергию на 0,1 секунды, 0,4 секунды. Сейчас проведу небольшой пуск для испытания системы еще раз. Так, включаем Амрон. Так. И включаем. Падение напряжения. Падения напряжения почти нет. 90, вот, 92, 80. 92, 80. То есть можно питать аккумуляторы таким током. Можно питать аккумуляторы. Сюда поставить вместо лампочек. Аккумулятор.
аккумуляторы питать. Так. А вот схема тоже показывал. Вот его последний запуск был, видите. Вот. Тут сеть пока здесь, это, как я говорил, тяговая КБ и инвертор будет. А КБ здесь вот вместо сети и инвертор. Здесь реле вот оно. 0,1 ставим. Секунды 0,4. Желательно еще попробовать на сотых. Может, результат будет лучше. Что получаем? Видите, получаем 307 берет. Вот она. Со счетчика. 307. Но 208 отдает назад. В батарейку. Это первый раз. Получается минус 99. И тут три раза идет по 181. И в конце там я как сегодня перемерял 112. То есть там не 4, а 3,62 этих. Сотых секунды. Получается 556 вот такой вот выход. То есть КПД тут 281%. За счет того, что здесь перекрывается, тоже показывал. Первый раз здесь отдается назад 208, открыто когда. А второй раз здесь 0, здесь 0, здесь 181, здесь 0. Здесь 181, здесь 0, здесь 181, здесь 0, здесь 112. Четыре раза, видите как. То есть разово идет 181 на выходе, а берет 99. Но за счет того, что, то есть длиннее время идет, за счет этого 556 выходит. Затраты вот. 556 и 208. Вот так выходит. 181 помножим на 3. 543 плюс 112 и плюс 208. 863, а тратим 307 за это время. А в это время выходит 863. Получаем, вернее, не так. Еще раз. 181 помножим на 3. Плюс 112. Плюс 208. И делим на 307. 307. Вот. 208, видите, 2, и помножим на 100. 281% можно и повысить будет, когда будет на сварке, я сейчас напомню, это не включаю, то есть как бы напряжение даю чуть меньше, а КБ старое специально поставил. И у меня тут выход не 220, а 146, когда на полную, а так выход я показывал, значит, 100, так, 90, вот он, так. 92,80 тут на через реле. А так напрямую если 146. Понимаете? Ну вот это я к чему ролик. То, что задавал вопрос этот человек. И не один. Покажет схему там, то все. Вот я и сдал ролик. Для того, чтобы систему закончить уже и показать уже в готовом виде. Два тяг, вот именно тяговых, не вот такую вот ерунду не надо, они вот у меня хватило на месяц, я даже не успел, как говорится, опробовать, они уже дохлые, сейчас на них ничего не сделаешь. Два тяговых новых или ионистров, но ионистров надо там очень много, только по напряжению их 100 штук. И плюс еще по амперам там
штук 500 надо этих канистров. Это пока несбыточная мечта.